Всем привет, я Crazy Cat. Раньше я играл на фантике. Изредка пробовал разные стратегии на NL2, NL5. График у меня тогда шел строго вниз. На курсе я играл NL2. Перед вами мой график. За курс было дано очень много информации, которую надо будет научиться применять на практике. Работая по 4-5 часов в день, я планирую по самым оптимистичным прогнозам освоить ее за полгода. На курсе понравилось многое. Большой объем информации, помощь кураторов и плюшки от сайта. Но есть и но. Так как информации очень много, тем людям, которые заняты на производстве, довольно сложно будет уделять много времени для выполнения различных заданий. На курсе я выработал привычку работать над игрой каждый день. Еще могу сказать следующее. Всем тем, кто мало знаком с покером и хочет окунуться в этот дурдом, запастись терпением и кучей свободного времени, так как все это очень пригодится в учебе. Готовиться к тому, что будет сложно и будет многое непонятно, и нужно много выдержки и усидчивости, чтобы пройти весь курс. Дерзайте, и все у вас получится.